Здравствуй, мой дорогой зритель! Рада приветствовать тебя на моем канале. Здесь ты найдешь свежие видеообзоры на различные перспективные криптопроекты. Если тебе интересны интернет-технологии и блокчейн, то советую подписаться на мой канал. Включайся! По мере того, как растет популярность и легитимность криптовалют, все больше людей начинают воспринимать ее как способ заработка. Иногда для того, чтобы получить доход, требуются некоторые вложения, иногда только время и усилия. С ростом капитализации криптовалют появилось множество различных бирж и новых пользователей, которые заинтересованы в их торговле. Однако есть способ увеличить свою прибыль от трейдинга в несколько раз. Например, торговать не самими криптовалютами, а контрактами на них, используя при этом кредитное плечо. Фьючерсный контракт – это договор между покупателем и продавцом о покупке или продаже какого-то актива в будущем. Перед тем, как вы начнете торговать фьючерсами, давайте рассмотрим несколько важных вещей. В первую очередь вы должны определиться с выбором брокера, видами фьючерсов, которыми будете торговать, и типом торговли. Но обо всем по порядку. Анализируя и изучая биржи и торговлю фьючерсами, мой выбор пал именно на Cryptology. Благодаря простому интерфейсу биржи в ней разберутся даже новички. И благодаря этому фьючерсами торговать легче, чем спотовым рынком. Теперь перейдем непосредственно к самой бирже. Давайте разберем один пример стратегии на фьючерсах. Берем биткоин в паре с долларом и выставляем кредитное плечо в 50-кратном размере. Кредитное плечо позволяет совершать сделки на большую сумму, чем у вас реально есть на счете. Проанализировав рынок, я предполагаю, что в скором времени он упадет. И так как ордер у нас бессрочный, снижается риск того, что ордер досрочно закроется в минусе и депозит уменьшится. Так я встаю в шорт, покупая по маркету 52 тысячи контрактов на 0,1 биткоина за 1898 долларов. И подождав определенный промежуток времени, я решила закрыть ордер досрочно с прибылью 73%. Итого я заработала 765 долларов за несколько часов. Заработанные биткоины я не собираюсь выводить с биржи и буду в дальнейшем торговать ими и зарабатывать на этом. Кроме всего этого, платформа обладает рядом преимуществ. Во-первых, возможность пополнять баланс банковской картой. Также вы получаете бонус при первом депозите. Во-вторых, довольно низкие комиссии или вообще нулевые. К примеру, с маркетмейкеров комиссии взимаются всего 0,01%. А для маркетмейкеров, кто выставляет лимитные ордера, повышая тем самым ликвидность на бирже и пополняя стакан, комиссия является нулевой, а при фьючерсной торговле комиссия и вовсе является отрицательной в 0,01%. Это означает, что при торговле через лимитные ордера на Cryptology вам будет добавляться 0,01% сделки на бонусный счет, после чего вы можете их использовать для оплаты рыночных ордеров. Разработана мобильная версия, чтобы вы всегда имели доступ к своему аккаунту. Площадка располагает всеми высокодоходными видами криптовалют. Присутствует маржинальная торговля и также выгодная реферальная программа. Интерфейс программы очень простой, на мой взгляд, один из самых удобных, нет ничего лишнего, что помешало бы торговле. Также ордера пополняются мгновенно. Стоит отдельно выделить момент обеспечения безопасности. Разработчики постарались обеспечить максимальный уровень безопасности пользователей платформы, защищая их аккаунты от взлома. И одно из основных преимуществ – очень низкие комиссии, о которых я говорила ранее. Также пополнять счета можно с помощью банковских карт и переводов. Есть торговля с кредитным плечом до 100x, и на фьючерсной торговле нет процедуры KYC. На этом я хотела бы завершить свой обзор. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк. И чтобы не пропускать новые обзоры, подпишитесь на мой канал. Также в комментариях к этому видео скажите, что думаете о этом проекте. И помните, любая инвестиция – это риск. Увидимся в следующем обзоре. Пока-пока!